Йоу-йоу-йоу, никому не нужный блог. А вот и еще одна важная тема. Из-за того, что до сотого выпуска я не могу бриться и стричься и начинаю быть похож на алкаша, мне нужно какое-то дизайнерское решение, которое спасет эту милую физиономию от ужасной напасти негодования окружающих людей. И единственное, что может помочь в этой ситуации, это очки насильника. Заказал их на Алике. Смотрите, какие стильные. Коробочка, штучки. О, да, детка. Сейчас я превращусь из провинциального бомжары в изысканного, не побоюсь этого слова, роскошного маньячеллу. Широкий угол. Вот какие чудеса он творит. Посмотри, как будто бы и нормально все. Очки насильника — это древняя тема еще. На заре интернета канадский блогер Жон Лежуа пел про это свои песни. И вот теперь они на мне. Try rapist glasses. They make the everyday man look like a sexual predator. Ladies love the bad boy look, and you can't get much worse than a rapist. And remember, you don't have to be a rapist to want to look like one. Rapist glasses. Buy yours today. Короче, теперь я снимаю свой никому не нужный блог исключительно в очках насильника. А сейчас поедем в студию Blackout и что-нибудь там наснимаем на максимально широкий угол, чтобы прям вообще... Ну, это вообще пушка. Как вы поняли, это супер 1 РС съемки. Вот, да. Супер. Стул. Мечты. Без этого стула вообще ничего не происходит. Волшебный стол. Для его установки нам нужны вот эти полоски на полу, потому что они показывают направление. Вот столько тут барахла. Объектосик 1835. Универсальная машина убийца. Убийство. Xiaomi Pilot с тремя USB-шками. Очень полезная штука. Потому что тут все розетки есть, которые только в мире существуют. Штука, от которой камера работает бесконечно. Это полезная херня. Кольца кальмара. Петличка. Видеобашка, свет. Нормальный. Контровичок. С идеальной присоской, которая ко всему прицепляется. Это, между прочим, Bosch. Hugo Bosch. Пойдем. Сейчас будет таймлапс под музыку из шоу Бенни Хилла. Нихуя себе, она что, снимает уже? Да. Мы знаем, что вы очень любите курочку, поэтому мы встроили в вашу курочку курочку, чтобы когда вы трогали курочку, вы могли потрогать курочку. Все, что здесь делается, правильно. Короче, примерно вот так тут все происходит. Это неотъемлемая часть продакшена. Стрельбы из нерфов. Не могу. Да ты можешь. Да можешь. Да я знаю. Хорошо. Один раз не ТВ? Как будто бы вот так, но только вот так. Давай. Один раз не ТВ. Мы бьем точно в цель. Я не зарядил. Вот так вот тут все хорошо.
Отличные ребята, они будут иметь большой успех.